В округе подвели итоги проекта «Люберецкие звезды» за второе полугодие 2020 года. Награждение участников, набравших наибольшее количество баллов, прошло во Дворце спорта «Триумф». С победителями и призерами познакомилась Луиза Егиазарян. Он призван найти и отметить самых активных, талантливых и спортивных жителей округа. Проект «Люберецкие звезды» стартовал в мае 2018 года. За это время более 200 человек получили награды за свои достижения. Мы ставили перед собой задачу дать некий импульс, чтобы люди, которые обладают некими талантами, способностями, люди увлеченные, могли себя проявить. И чтобы они себя могли проявить, но самое главное, чтобы еще и наши соседи, близкие смогли увидеть, что Люберцы на самом деле это край талантливых людей. Количество участников проекта тому подтверждение. На сегодняшний день более 5000 жителей городского округа зарегистрированы на портале люберецкиезвезды.рф. Среди победителей по итогам второго полугодия 2020 года семья Меликситян. Мама и двое детей заняли первые места в своей возрастной категории. У нашей семьи очень любят музыку, и, конечно же, мы занимаемся музыкой. Мои детки поют, выступают на всевозможных конкурсах, также занимаются спортом, сын занимается легкой атлетикой. Участники проекта разделены на 8 возрастных групп, от дошкольников до серебряного возраста. Самому старшему призеру 70 лет. У Валентины Михайловой более 60 наград в спортивных соревнованиях. По количеству набранных баллов она заняла третье место. Первое полугодие у меня второе место было. Сейчас же 65 плюс и изоляции. Участвовать нельзя. Если бы не было этой изоляции, может быть, у меня больше было бы достижений, больше мероприятий я посещала. А так приходится сидеть дома. Ну что делать? Абсолютным победителем и обладателем главного приза 10-го айфона стал 10-летний Ярослав Алешкин. За участие в творческих выставках и конкурсах ему удалось набрать наибольшее количество баллов в направлении образования. Я занимаюсь актерским мастерством, также занимаюсь спортивными бальными танцами. Я очень много подавал грамот по разным занятиям, по спорту, по стихам. Я не ожидал, я очень рад, что я победил, но в Люберцах очень много талантливых ребят. Денежные сертификаты и поощрительные призы получили 19 участников проекта. Побывать на их месте может каждый, кто достиг определенных высот в том или ином направлении. Нужно всего лишь зарегистрироваться на портале люберецкиезвезды.рф и заявить о себе. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.